Высоко в горах, среди лесов, ледников, далеко от городской суеты раскинулась база Ком-Арт. Но сегодня тишину гор нарушают веселые песни и праздничные кричалки. У лагеря Горец день рождения. Вот уже 15 лет краеведческо-туристический лагерь воспитывает подрастающее поколение в духе патриотизма. Юноши и девушки из всех районов республики проходят подготовку в области туризма, истории Осетии, получают медицинские навыки, обучаются традициям, впитывают культуру. За все это время несколько тысяч молодых людей вынесли из стен Горца полезные навыки и умения. С момента основания многое изменилось. Каждый год обновляется программа занятий. Вводят новые предметы, тренинги и мастер-классы. Многое, тем не менее, стало традицией. Например, то, что Горец неизменно воспитывает юных патриотов Родины. В работе лагеря принимало участие множество специалистов. Один из основателей, идейных вдохновителей Марат Сагараев, говорит, что их труды приносят плоды не только воспитателям лагеря, но и всему обществу. Плодами, наверное, пользуются не только мы, но и те семьи, которые отправляют и забирают потом своих детей в наши лагеря. Плодами, наверное, пользуются те учебные заведения, из которых выходят наши участники лагеря и куда возвращаются. Ну и в целом, наверное, наше общество пользуется теми плодами, которые мы стараемся прививать, воспитывать, давать в наших лагерях. Сегодня знаменательная дата и для воспитанников военно-патриотического лагеря «Балц». Курсанты принимают присягу. «Балц» существует с 1997 года. Каждый год в нем проходят начальную военную подготовку около 400 ребят. На протяжении двух недель им предстоит суровая школа мужества. Удерживают только самые сильные духом, а некоторые из них возвращаются через несколько лет, чтобы теперь стать наставником и старшим товарищем для новобранцев. Среди них Таймураз Дуцев. В 2008 году, когда мне было 15 лет, первый раз я приехал сюда, и у нас было все то же самое, что и сейчас. Было и сборка автомата Калашникова, и изучали военное дело, топография. А самое главное, нас учили любить друг друга. То же самое отдаю, даже не преподаю, отдаю то, чему меня учили когда-то. Почетные грамоты и медали за вклад в патриотическое воспитание молодежи получили работники лагерей. А особо отличившихся курсантов и участников поощрили нагрудными знаками. Праздник закончился экскурсией. Воспитанники показали гостям приобретенные навыки и знания. Тинатин Музашвили, Борис Сапоев, Осетия ТВ. Служу Российской Федерации!